Если хотите удивить гостей и близких интересной закуской, приготовьте фаршированные яйца. Я предлагаю наполнить яйца начинкой из желтков, пряностей и авокадо, а затем все обжарить. Пробуем! Это очень красивая и вкусная закуска, фаршированные яйца с авокадо и луком. Несмотря на то, что ингредиенты для нее нужны самые простые, и готовится она очень легко. Рецепт мне известен еще со студенческих времен, когда надо было практически из ничего приготовить что-то праздничное и интересное, мы с подружками непременно готовили фаршированные яйца с авокадо и луком, получалась отличная закуска, весьма достойная, аппетитная и вкусная. 1. Обжарьте в сливочном масле измельченный лук и тертый имбирь до золотистости. После добавьте измельченные вареные желтки, куркуму, перец, чеснок и соль. 2. Половинки яичных белков наполните начинкой. 3. В чаше блендера измельчите авокадо и мяту в однородное пюре. Смешайте смесь с лимонным соком и выложите сверху. 4. Окуните фаршированные яйца во взбитое сырое яйцо и обваляйте в панировочных сухарях. 5. Обжарьте яйца с двух сторон на растительном масле до золотистой корочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!